Вот она. Затергалась. Затергалась. Очко у мамонта, блять, отвечаю, это разброс у этой пушки, это пи***ц. Очко у мамонта меньше, чем разброс у мантикоры. Честное слово. Разве это броня? Разве это броня? Рикошет. Слишком острая, тупорылая, ВГшная тварь создавала эту игру. Слишком острая. А угол там нормальный. ТВП с броней. Это пи***. Это имба. Это имба. Просто имба. Сейчас будет сюда прорывать, чтобы меня убить. Толтанок устала и стоит. И... Surprise, motherfucker! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А врыв-то не удался. Пробитие. Не арта тут. Просто затрахает меня просто. Дашь мне таких пизд. Мантикорочка. Романтии, мантикорочка. Уже в ангаре следующий парнишечка. Молодой парнишка, молодой парнишечка. Молодой парнишка, молодой парнишечка. Поехать бы убить его. Но я дождусь, пока арта стрельнет или кто-то ее добьет лучше. То такое хп терять, еще непонятно, что нас ждет впереди. Хорош. Вот это уровень, вот это уровень. Просто альфа, ебать. Да ну нахуй, нахуй я в это играю, нахуй, сука. Я в это играю, сука, ебать. Эту помойку. Можно, конечно, на характере вкатить. Получить пиздец. Не, надо ехать. Надо собраться с силами, с духом ехать. Получить эту ебаную плюшку, но добить его. Ох ты, сука, бать. Как я обожаю эту игру. Он меня просто сейчас бьет. Он сейчас меня с поджогом. О, фугасом. Просто зашел побомбить. Вот просто побомбить зашел. Опа, мне нужна помощь. Хорош. Хорошо, еще и... Наивный дурачок. Просто чтоб погорело очко, просто чтоб...
Загорелась, воспламенилась очечка. Разве это броня? Разве не ***ки создавали эту игру? Ты хотел, может быть, это сказать? Я думаю, ты хотел именно это сказать. Беги, 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 беги. Да никогда, никогда я не попаду, никогда. Просто никогда. Никогда, просто достает, ламывается, дает мне плюшку и уезжает на ходу. Это нормально, это нормально. Это это тупо, это уебра просто. Угу. Просто две плюшки на ходу мне дал. Нормально? И он фуловый катается, он катается фуловый. Под тремя СТ, под тремя СТ. Это, блин, это нормально. Это нормально, это в порядке, он ничего себе. Кто-то смог дать ему плюшку, блин. Ничего себе. Что, сосед тех? Потому что не убили ЛТ, ну и сосить. Видно, у вас такая судьба, товарищи. Угу, еще один слив. Я стрельну, я умру. Тестолет. Не, он тупо красный, отвечает после боя. Вот просто вот чекнуть его, просмотреть, какой он скилловик на самом-то деле. Он тупо краснючий, прикраснючий, тупо там такая краснота, вот просто, ну, даже раки вареные не такие красные, как у него стата будет, я отвечаю. Невозможно просто без плюшек. На ходу попадает, ездит фуловый. Все у него хорошо, все у него нормально. Танк стоя не попадает. Конченый танк. Мантикора, это самый уебанный танк. О, да, когда надо выше, чтобы оно полетело, оно будет в точку лететь. Вот это меня вымыкает. Почему так? Почему? У меня только одного так получается или чё? Ну всё. Ай, хороший танк, Мантикора, идеальный просто. Качайте все Мантикору. Хотите нагибать, качайте Мантикору. Будете нагибать всегда и всех. Ой, я ошибся, извините. Хотите прогибаться, качайте Мантикору. О, так будет лучше. Так будет лучше. Помойная ху...
А че он там? Есть пробитие. Ничего себе. Она смогла. Ничего себе, ничего себе, отвечаю, это что-то не то, что-то совсем не то. Не должно так быть, не должно. Мы говновозы, мы говновозики, мы говно возим всегда, везде. Я уже не стреляю, потому что я знаю, что он не попадет уже. Я уже знаю, когда эта помойка попадет. Тут был шанс где-то процентов 60, что я попаду, но видите, не всегда получается. Ничего себе, там пробитие было. Ну я еб... от калиберах играть, отвечаю, ну. Смысл мне играть на подкалиберах, если я играю без према? Ну, я не хочу вкидывать в это дерьмо деньги. Потому что это хуй сильно зажралось, ебать, очень сильно. Получается, и скины платные, и танки платные, все платное там. Хочешь нагибать, заплати денег. Они, конечно, точнее летят, все супер. Я только вот ради ранговых боев еще сижу в этой игре и все. ИГК. Ранговые бои и ИГК, все. И то ГК испоганили, чфа убрали, блин. Да, подкалибер летит прям, я не знаю. Приятно летит, очень приятно. Вот ТВП уехала. Минус 2. Она уйдет на КД, по-любому. Я ее-то не добью. Ой-ой-ой. Давай быстрее, уходи, уходи, уходи вдаль, уходи вдаль, не должен тебя пересветить, не должен. Давай, давай, давай. Хорошо. Замечательно. Просто великолепно. Просто суперские. Есть пробитие. Да, подкалибер, конечно, это тема, тема. Не, без базара. Ну в какой я минус уйду с этим подкалибером? Это вот это да. Скорость полета. Это да. Пробитие, да. Стабилизация, да. Ну, игра говорит, тебе надо вкидывать в игру, если хочешь что-то. На леопарда добрать.
Через низ катим, чтоб на Верочку. Во, с вертухи, просто с вертухи в точечку. Ну, с полувертухи, ладно, я немножечко досвелся. Так, ну разменяйте меня. Где ж ты стоишь, падла? Это самый главный вопрос на эту секунду. А вот и ты. Правильно, ракуй, ракуй. Видно, не красный где-то. Такой красный в желтый перешел. Потому что красный бы полетел меня убивать. Сразу же. Ой-ой-ой. Ну вот проблема под калибера. Рикошет. Ой, хорошо. Ну давай, братиш, пробуй, пробуй. Дал шанс, дал. Так, тестолета хотел я чекнуть, точно. Тестолет. Скрытый ник. 49%. Понимаю, понимаю. Понимаю. Блин, я ошибся. Сорок девять, 50%. 1000 урона. На топах почти 2000. Не красный. Может, ребенок играл. Так, а 704. Вообще я не умею по ним. Вообще читать не умею раков. Все наоборот. Оказывается, все наоборот. Я его наоборот. Просто 800 урона на льве. 2500 боев. 1100 боев на 704. Всем спасибо за внимание.